Лесной пожар. Жил-был бельчонок по имени Рыжик. Мечтал он научиться летать. Однажды он увидел, как горит лес. А в середине пожара застряла ласточка. Рыжик храбро прыгнул в огонь и спас птицу. Благодарность, ласточка, раскрыла секреты полета. Она подарила Рыжику костюм летуна. И тот полетел. Они, конечно, стали друзьями. А тем, кто оставил в лесу пожар, стало стыдно. Они потушили его и больше никогда не оставляли огонь в лесу, не потушив его полностью. Конец мультфильма.